Представители партии «Единая Россия» контролируют строительство трех крупных спортобъектов Одинцовского округа. На центральном стадионе в Одинцово возводятся трибуны на 2500 мест, обустраивается футбольное поле с подогревом и дорожки для занятий легкой атлетикой. В 8-м микрорайоне создается футбольное поле с искусственным покрытием, а в лесном городке – новый скейт-парк. Глава округа Андрей Иванов особо подчеркнул, что весь процесс реконструкции держит на контроле местное отделение партии «Единая Россия».